Перед вами Лагрейн от Кастелфермиан. Этот сорт является местным, локальным для Трентино. Растет он только там. И если вы хотите попробовать что-то уникальное, необычное, особенное с севера Италии, то Лагрейн является как раз таким примером. Аромат вина сдержанный, но очень богатый. В нем проявляются нюансы красных ягод. Но прежде всего мы здесь с вами чувствуем темные ягоды, чернику, ежевику. Все это дополнено прекрасными оттенками овощей в виде свеклы, перца. Под этими овощами мы с вами чувствуем тонкие, элегантные нюансы специй и пряностей. Яркая, освежающая кислотность позволяет им наслаждаться даже в жаркий летний день, если его немного охладить. Эта кислотность дополнена элегантными, тонкими танинами. И, конечно же, здесь присутствует яркое, ягодное, длительное послевкусие, характерное для красных горных вин. Лагрейн от Кастелфермиан замечательно сочетается с овощными блюдами, например, овощным рататуем, летними супами, грибной суп или овощной, какой вам больше понравится, и, конечно же, легкими мясными закусками.